Вы посмотрите, только какая красота. Я вообще не удивляюсь, не устаю удивляться от этой красоты, ребят. Такая классная природа. Вообще прям. Сейчас мы вот сварим супик с вами и сходим на берег, я вам покажу. Там все берег, пройдемся, посмотрим, что и как там. Я очень довольна. Я возле костра сижу, поэтому красные уши, простите. Вот классно. Душой прям отдыхаю. Вот верите, нет, прям душой отдыхаю. Не накрашенная. Вот такая вот я страшная, не накрашенная. Ну, вы уж привыкли. Сейчас сварим суп и пойдем с вами на речку. Посмотрим ее. Какая она красивая. Ну что, дорогие друзья, суп мы сварили. Пойдемте сходим на берег. Посмотрим. Ой, извините, штатив просто. Я еще привыкаю к этому штативу. Вы прекрасно знаете, что я всегда снимаю без штатива. Тут взяла с собой штатив. Маленький, компактный. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот, ребят, штативчик взяла. Он раскрывается. И вот так вот делается. Можно выдвигать. Он выдвигается еще почти на метр. Тоже чуть, наверное, больше. А, вот так вот. Видите, выдвинул. Настолько выдвинулся. Ну вот, мне, например, нравится. Удобный, компактный, с собой удобно брать. Ладно, идем на берег. Посмотрите, ребят, какая красота. Там птица вдалеке летит. Ну, вам, наверное, не видно будет. Ну, вот так классно. Я поехала в кроссовках, а с собой взяла сапоги. Но сейчас их не одела, потому что мы далеко с вами все равно не пойдем. А потом, когда мы уже поедем на речку, вот тогда я одену сапоги. Такая, ребят, красота. Вон там птица пролетела сейчас. Красота прям неописуемая. Скажите ведь, очень красиво на природе. Я прям рада, что я выехала. Да, сейчас многие скажут одни и те же слова, повторяют. Красота, неописуемая сила. Ну вот, потому что я, ребят, в восторге от этой красоты. Посмотрите, как красиво. В наше время 10 часов почти. И вот светло так. Вообще, ребят, классно. Посмотрите, какая красота. Ужас. Я в полном восторге. Я прям очень рада. Я поехала с собой, конечно, еще взяла кофту, штаны запасные на всякий случай. Кто его знает, вдруг в речку свалюсь. Мне прям нравится. Я очень довольна. Первый раз в жизни выехала куда-то. Ну, помимо детства. В детстве мы всегда, знаете, выезжали на Писанку. Там сено косили. И там тоже вечерами всегда рыбачили. Поэтому было классно. Но это когда было? Сколько лет назад? С этого времени уже очень много прошло. Старые становимся. Но детство свое помним. Ой, часть плохого, часть хорошего. Стараемся плохое забыть, только хорошее помнить. Ну вот красиво, ребят, вообще. Кукушка вдалеке где-то кукует, а где, понять не могу. Где-то в том конце кукуют. Солнце светит прям вообще, время уже к 10 подходит, а солнце светит прям на ура. Прям вообще красиво. Видите, ребята, речка. Ну, какая речка? Там дальше речка будет, конечно, а здесь так себе. Закоулочек небольшой. Но тоже классно. Вон там рыба, видать, палькается. Видно, что вода палькается. Видимо, рыба там есть. Ой, как хорошо. Красота. Неописуемая сила. Сходила, пособирала палочек. И мне скучно. Надо было вышивку взять с собой. Нечем заняться, верите, нет. Костер горит, палок уже много для костра, и мне нечем заняться. Я уже не знаю, что мне делать. Там полазила, там полазила, там походила, там походила. И вот так вот и хожу.
склоняюсь. Фу, комарьев так много. Просто атас. Время уже 10:30. Зря я вышивку с собой не взяла. Так бы еще повышивала. А так скукота. Удочки нет, сейчас бы порыбачила. Они забрали все с собой, и мне нечем. Надо было свою взять у папы, попросить у мужа. И с удочкой идти. Но я заметила, там рыба так плескается в воде. Хочу сходить, посмотреть, если получится, то заснять. У меня все руки исцарапаны палками, ветками из себя исцарапала. Так вот. Вот такой вот я человек. Там прям слышно, как рыба палькается в воде. Но ее не видно. Одни брызги только с воды. А так хочется увидеть. Попробуем постоять, покараулить. Сегодня, знаете, ехали, когда видели зайцев 3 раза, наверное. Через дорогу перебегали. Пыталась заснять, но если получилось, то, конечно, они в кадр войдут. Я постараюсь уменьшить скорость, чтобы увидели вы. Ну, вот так вот классно были. Зайчики, зайчики, зайчики. Так красиво. Сейчас покажу закат вам. Смотрите, ребята, время 10:30, и какая красота, такая тишь. Вообще прям классно. Вот где-то вот в этих вот зарослях рыба палькается. И вот там видно, вода вот булькает. Прям видно. Классно. Ой, Господи. Милота, да и только. Вот там вот вдалеке, это я вам сейчас приблизила, где-то рыба палькается постоянно. Я сейчас хочу постоять, понаблюдать. Прям так сильно волны идут оттуда. Видите, это я вам приблизила просто. А так оно, по сути, вдалеке. Решила вам показать. И вот там рыба прям постоянно палькается. Вот как я камеру включила, и все прекращается сразу же. Вот хотя вот волны там видно. Она прям уж выпрыгивала. Стояла, наблюдала, наблюдала. Как камеру включаю, все прекращается. Только камеру выключаю, она не начинает опять палькаться. Решила подольше постоять с включенной камерой. Посмотреть, что получится. И тишина. И рыба не хочет палькаться. Ну, хотя где-то там вдалеке, вот там вот где-то палькаться. Ладно. Не увидим, увидать пальканье рыбы. Что это такое сбоку выезжает? Камера. Когда я себя снимаю. А в телефоне? Угу. У тебя она встроенная, что ли, там в телефоне? Всем доброе утро. У нас время чуть 9:30. Встали, чай попили. Сидим возле костра. Греемся. На улице-то хорошо, только... Такой комар наглый. Вот так вообще хорошо. Все, дорогие друзья, мы поехали домой. Порыбачили немного. И поедем домой. Я чисто отдохнула. Дома вообще старые. А, с флагом который? А, тут маленький, старенький домик пусть. Дорогие друзья, сейчас мы будем подъезжать к очень старой церкви. Когда мы на рыбалку ехали, мы не могли мимо нее проехать, а на обратном пути мы заехали. И смотрите, какая она очень и очень старая. Прям вообще. Она даже покосившаяся, но она очень красивая. Я таких церквей давно не видела. Но вот смотрите, какая красота. Напишите, у кого есть в деревнях такие старые церкви.
проезжаем мимо моста. Помните, я вам говорила, что на обратном пути будет лучше видно этот мост, который над речкой. Вот какая красота издалека. Но мне вообще нравится. Я довольна, ребята, осталась этой рыбалкой вообще. Ух, какой взлет, говорит.